снимать кино. Да? Посмотри в камеру. Вон там камера, смотри туда. Всем привет! Меня зовут Лилия Донскова, и со мной сегодня наш артист Мани, который притягивает деньги. И сегодня мы делаем обзор новинок каталога номер 15. И посмотрите на меня, на мой образ. Там мы с Мани в образе. И на мне сейчас представлена очень шикарная коллекция, уютные перчаточки, очень мягкие, очень красивые. Мань, ты не спи, пожалуйста. Давай, вставай. Давай, съемка идет. Ну ладно, пусть пока спит. Очень уютная, очень прикольная. Очень красивая сумка. Мне понравилось, что у нее такой небольшой размер. Прям то, что нужно. Не слишком маленькая, не слишком большая. Очень уютная сумка. Она сделана, скомбинирована из двух цветов. Один потемнее, другой посветлее бордовые оттенки. Сумка на ремешочках. Удобно носить просто в руке. И если вы ее оденете на плечо, то она уютно ляжет как раз под руку. Очень круто, что есть кармашек. Кармашек снаружи. Обычно мне этого всегда не хватает. И прикольные очень штучки, которыми мы двигаем молнию. Молния шикарная. Она просто сама скользит. А внутри, как обычно, тут для объема положили коробочку. Внутри, как обычно, отсеки для мелочи, для кошелечков и один на молнии. Очень рекомендую. И это еще не все. К этой очаровательной сумке идет такой необычный кошелек. Кошелек-клатч я бы его так назвала, потому что удобно так цепочку одеть на руку и держать его просто в руке. Очень удобные замочки, то есть можно потянуть так за замочек, открывается верхняя часть, есть еще нижняя часть, также встроена на молнии. Просто обалденная штучка, то есть прям рекомендую, уютная, классная, шикарная. Так, перчаточки я снимаю. Обратите внимание на вот этот шарф и шапочка, они тоже представлены в этом же каталоге. Я вот сейчас посидела в них прям буквально 3 минутки и уже чувствую, как мне тепло и уютно, даже не хочется снимать. Такая вот приятная вещь. Как сделана шапочка? То есть она обычная, как беретка. И сбоку 3 пуговички ее обрамляют. Мягкая, классная, красивая. А вот шарф, он чем интересен, то что он сделан по кругу, как кольцо. Смотрите, такой вот большой шарфик. Вы можете его накинуть как бы просто на шею, перекрутить и одеть тоже как такой, как накидочку просто. Или как шарфик спустить вниз. Как вам удобно. Вообще приятная очень вещь. Волосы у меня разлохматились. И, конечно же, хит – это вот эти топтулечки. Они мне прям идеально подошли по размеру. Мне что понравилось, у них на подошве пупырышки, которые не дают скользить. Очень теплые. Если у вас дома прохладно, холодные полы, то эти валенички будут незаменимым вашим помощником. Внутри они тоже тепленькие. И вот эта вот меховая, искусственный мех, как под овчинку все сделано. И сверху выглядят они как замшевые. Вообще прелесть, чудо, аж прям из рук не хочется выпускать. Переходим дальше. Итак, продолжаем. Первое, что я хочу показать, это просто чудо, которое потрясло меня до глубины души. Смотрите, во-первых, это шикарная подставочка. В этом каталоге, именно в 15-м каталоге, очень много дизайнерских работ от Валерии. Обратите внимание, вот эта шикарная вещь, я когда ее увидела, я сразу поняла, что в моей ванной должны стоять эти флакончики именно в этом золотом аксессуаре. Что же это за флакончики? Обратите внимание, 2 желтеньких средства. Одно для тела гель, другое для рук жидкое мыло. Они с натуральными эфирными маслами лимона и вербены. Вы просто не представляете, какой это аромат. Он просто сводит с ума. Я вчера уже все это получила и попробовала. Приняла душ с этим гелем. И я вам просто скажу свое ощущение. У меня было такое ощущение, как будто я хорошим скрабом отпарила кожу в баньке и скрабом ее натерла. Просто сказочная кожа, гладкая, волшебная. Потом я воспользуюсь этим лосьоном. Обратите внимание, дозатор, то есть берется маленькая такая капелюшечка, вот этого достаточно, чтобы смягчить кожу рук.
То есть лосьон и для рук, и для тела. Я вчера не пожадничала, нанесла на все тело и испытала полный восторг. И, по-моему, не только я. Очень рекомендую. Цена оправдывает себя на 100%. Далее, пока я начали говорить о теле, скажу про новинку. Есть такая новинка для тела с ухаживающими, с оливками. Это лосьончик будет вам очень в пользу, да, как говорите. Новинка в новом дизайне. Мягкий, уютный шампунь и кондиционер для волос с медом. Это одна из моих любимец серий. И я ее рекомендую всем. Особенно рекомендую в этом каталоге взять наборчики. Потому что набор идет с 50% скидкой. Я себе взяла два набора, потому что мы любим вместе с дочкой пользоваться. Ну, заранее покажу, но это будет только в каталоге номер 16. Это будет вот такая красивая серия с розой. Тоже гель. Жидкое мыло для рук. Лосьон для тела. И вот такое шикарное мыло. И мыло... Как ты не спи, ты же у нас артист. Артистов уснул. И мыло такое брикетик, очень большое, 150 грамм мыла. Рекомендую, заказывайте, пробуйте, балуйте себя. Я вам сейчас покажу наш каталог, если вы его еще не видели, номер 15. И на обложке, знаете, обычно всегда какая-нибудь красотка или красавчик. В этот раз здесь парфюм, потому что он просто бомбовый. И вот так он выглядит. То есть это шикарный дизайнерский парфюм Giordani Gold Essenza. Просто очаровывающий, обволакивающий. Конечно же, для вас компания все продумала. И на первой страничке каталога вы сможете открыть специальное под такой под прозрачной пленочкой. Есть местечко, где вы можете продегустировать этот аромат. Рекомендую. И целая коробка Giordani Gold. Это румяна, так мы несем потери. Это румяна в шариках, новиночка. В такой шикарной коробке. Сейчас покажем, что у них внутри. Как всегда, новый дизайн вдохновляет. Черный с золотым абажуром. Здесь у нас лежит специальная такая губка, но она для того, чтобы защитить от рассыпания румяна. И вот такие шикарные, чудесные шарики, которые будут радовать ваши щечки своим бархатным сиянием, естественной красотой. И хватает очень надолго. Срок годности продукции 3 года, но этих румян хватит вам и на 5 лет, если честно. Ну так, мы закрываем коробочку. Ребята, обратите внимание, только в этом каталоге при заказе на 990 рублей вы можете вот эти румяна приобрести за 299 рублей всего. Это сногсшибательная цена. И к ним, кстати, идет такая кисточка, тоже в черном с золотым футляре. Кисточка это чем интересно, то что ее удобно носить с собой. Да, она шикарно, да, наносит румяна на щечки. И вы потом ее просто так закрываете. Очень сексуальная кисточка. Открываете, закрываете и убираете в сумочку. Да, ты не спи. А тебе нравится кисточка? По-моему, он в восторге. Ну, скрывает это тщательно. И вышла у нас новинка. Это основа под тональный крем. То есть основа под макияж. Все, что касается Giordani Gold, всегда это шикарно, это красиво, такой матовый, шикарный флакон. Часто задают вопрос, зачем нужна основа? Ребят, дело в том, что когда вы, ну это, наверное, для девчат все-таки больше, девочки, красавицы, женщины, когда вы наносите основу под тональный крем, то выглядит кожа более сияющей, ухоженной, молодой, красивой. Она содержит специальные светоотражающие частички, за счет которых ваша кожа разглаживается и радует вас и всех окружающих своей красотой. Поэтому рекомендую использовать каждый день перед нанесением макияжа. Так, это мы убираем. Две новинки, похвалюсь. Тоже из серии Giordani. Вот такие красивые коробочки. Даже, знаете, вот рука не поднимется их выкинуть, потому что сделано очень дорого, очень плотный картон, такая
Фольга золотая, шикарная, просто вся сияет. И первая это помада. Сейчас она у меня на губах, я ее сегодня испытывала. Шикарно, просто ее брать в руки уже одно удовольствие. Очень дорого звучит колпачок. И я взяла по акции и помаду, и лак. Как вы можете увидеть, у меня сейчас на ногтях. Может быть, кто-нибудь вспомнит, раньше были такие лаки-бриллиантики. По-моему, из Польши их привозили, за ними охотились все. Вот я могу сказать, что это даст фор любому бриллиантику. Шикарно, очень красиво выглядит лак. Сохнет моментально. И достаточно одного слоя, чтобы просто были шикарные ноготочки. Тоже по акции получается выгодно. Вместе берете, скидка 50%. Так, немножечко еще декоративной косметики. Это несколько оттенков туши. Вы их увидите на последней обложке каталога. Цветные туши по 99 рублей. И оттенки голубой у нас представлен. Такой золотисто-серебряный. И сейчас покажу еще какой. Как ими пользоваться? Оттенки же достаточно светлые, да, и серенький. Вот такие три оттенка. Как я рекомендую ими пользоваться? Или красить только нижние реснички, чтобы сделать взгляд более открытым и загадочным, таким таинственным. Или красить кончики. То есть, когда вы нанесете черную тушь на ресницы уже, да, завершите макияж, и только кончики вы пройдете каким-то оттенком. Например, это будет очень актуально вот, под какой-то наряд. Или на карнавальную ночь, чтобы сделать себе необычный такой классный нежный макияж с изысканными нотками. Такого дизайнерского подхода вам желаю. И этот макияж, я думаю, что он будет из категории омолаживающих, потому что все, что такое яркое, дерзкое, осветляющее, оно всегда молодит. Вот такие классные туши рекомендую себя побаловать. Это не у меня. Еще один аксессуар покажу. Это вот такая классная штучка, подсвечник. И к ней идет сразу свеча. Она на батарейке, то есть вы ее просто включаете. Надеюсь, у нас тут есть батарейка. Да. Вы ее включаете. И если выключить свет, то она будет давать такое красивое, нежное сияние. Спасибо нашему оператору Михаилу, читает мысли. Она очень здорово украсит ваш интерьер, и при этом, что не будет перегреваться стаканчик, да, не будет выливаться воск со свечи, как обычно, а будет просто очень красивый, нежный такой романтик. Мань, у нас с тобой романтический вечер, а ты уснул, просыпайся. Включай свет. Я хотела задуть свечу прям, но я вспомнила, что она у нас выключается вот таким образом. Нажали на кнопочку, выключили и убрали. И у нас есть еще одна коробочка с ремнем. Это мужской ремень. Очень круто сделан. Все такое переплетены кожаные полоски. То есть выглядит как кожаный ремень. Он не широкий. Примерно 2,5 сантиметра. И на какую это талию? А, что очень круто в этом ремне, то что не нужно специальных дырочек, то есть на любую талию, на тонкую, на широкую, ну примерно на метровую талию точно хватит. Поэтому можно своему мужчине сделать подарок. И мне нравится, что он очень такой вот мягкий, гибкий, пластичный. У меня, кстати, такой же ремешок, только коричневый, был недавно в каталогах, я им очень довольна. И еще что я вам хочу еще раз похвалить. Не устану этим хвалиться, потому что я очень люблю уход за волосами. И вот это масло с органой, с розой, разглаживающее. Я его использую сейчас практически каждый день. Вы видите, какие у меня длинные волосы. И они у меня с каждым днем становятся еще лучше и лучше. Я замечаю эффект от масла, то что они еще более блестящие, гладкие. И мне очень нравится чудесный аромат. То есть от волос пахнет просто лучше, чем духами. Рекомендую всем, это божественный уход за волосами, просто обалденный. И вот у нас еще один аксессуар, мы совсем про него забыли, даже не один. Это шикарная такая сумка для белья. Ну, вы, конечно, можете использовать ее для чего хотите. Высокая, 50 сантиметров высотой и диаметр 40 сантиметров.
Очень удобно, что она здесь на завязочках. То есть вы можете ее просто распахнуть, положить туда все, что вам нужно. И вот таким легким движением руки завязать на бант. Если у вас красивая комната есть специальная, да, ванная, то поставить эту вещь очень стильно, в таком шведском стиле. Все выдержано в идеальных таких оттенках. И у нас есть также от Валерии, это, кстати, тоже от Валерии. И вот такая шкатулка, достаточно большая, очень плотный картон на красивой пуговице. Мы снимаем просто застежку. И внутри у нас, оп, еще один сюрприз, тоже румяна. И богатейший набор. Я вам его сейчас даже продемонстрирую. Вот такой набор шикарный, который подойдет, ну, ко многим вещам из гардероба. К черному, к белому. Мы пробовали это на сиреневом, на розовом, вообще с любыми оттенками, золотистыми. Очень красиво и богато смотрится. И что мне понравилось, помимо ожерелья здесь есть все. Есть браслет, он тоже на замочке. У меня рука достаточно тоненькая, но тем не менее очень прилично, да, так смотрится. И есть к нему два вида сережечек. Одни, обратите внимание, коротенькие, прям такие маленькие, из трех звездочек, а другие ниже, они идут длинные, уже под вечерний наряд. То есть эти вы сможете носить как каждый день, на каждый день, а это уже будет вечерний наряд. И здесь также есть серьги у нас, сюрприз хороший, которые идут в подарок к парфюму Giordani Gold Essence. Если вы покупаете такую водичку, то серьги вам идут в подарок. Будет такой классный аксессуар вам дополнить образ. И этот каталог нас радует такими классными дизайнерскими маечками от Валерии. Двух размеров. Одна побольше, другая поменьше. Я вам сейчас покажу размер, который поменьше. То есть она как раз вот на меня. Я ношу 42-44. Также она пойдет на 46 и даже, мне кажется, 48. Чем мне понравилась эта маечка? Ткань. Она такая шелковистая, очень приятная. Она не мнущаяся. Есть лейбл Валерии сбоку вшитый, то есть тоже прикольно. И она подойдет, в принципе, под любую одежду. И она будет классно смотреться на маечке-борцовке или какой-то вы вниз топ оденете прикольный. И обратите внимание, что задняя часть у нее сделана чуть подлиннее, чем передняя. То есть получается такой сзади маленький, как хвостик. Очень красивые и приятные на качество. Рекомендую вам их, конечно, взять, себя побаловать. Такие две супер классные маечки. Ребят, вот такой коротенький обзор у нас. Я вам желаю приятных покупочек. Балдейте от нашей продукции. Получайте не просто удовольствие от использования, а получайте каждый свой результат, который вы ожидаете. Я вам желаю счастливой жизни. Будьте красивы, успешны. До новых встреч. Пока-пока. Проснись. Давай помашем лапкой. Давай. Пока-пока. Ha ha ha.